И будем подключать Ириночку с Хамилей для того, чтобы узнавать новые знания про сезонные продукты питания. Доброе бодрое утро, Анжелика. Приветствую. Как настроение, как состояние? Прекрасное. Радужное, вижу, согласна, да. Что там наваяло. Так, ну что, рассказывай. Всех приветствую, уважаемая аудитория. Рассказывай, что у нас сегодня интересного, вкусного. Какая тема у нас сегодня на завтраке. У нас также для вас, дорогие участники, есть объявление, что мы сейчас активно готовимся к новым возможным ресурсным состояниям переходить. И у нас будет практика 09.09.2024 года, очень значимая для нашего нового состояния, для новых возможных ресурсных, так скажем, работ и тела, и духа, и сознания. И эти приходящие новые возможные содержащие работы, которые будут производиться 09.09.2024 годом, будут давать нам способность по-другому существовать. То есть завершаются процессы старых программ, память клетки освобождается от нересурсных программ либо от накопленных опытов, которые мы получали в опыте 3D-формате, и переходим на новые качественные возможности жизни. Это удовлетворенные созидательные энергии, которые будут поступать, соответственно, мы будем их производить, будем проявлять, будем запускать в действие. И в чем будет ресурс? Во-первых, практика будет проходить 09.09. Не пропустите ее. Это очень важная дата, для всех важная. У нас очень много разных накоплений, которые требуются завершения, которые требуют обнуления, обновления. И в эту дату будут производиться абсолютно все кодовые фундаментальные работы для того, чтобы прийти в эти новые качественные уровни. И также по объявлению у нас 6 числа запускается практика ГОЛ. Да, Хамиля сказала, что она необходима для того, чтобы максимально вывести ресурс. Трехдневный будет голод. В эти даты поначалу будут подаваться коды на воду для того, чтобы физический уровень тела привести в максимально качественное ресурсное состояние, освободить от токсичной среды, активировать формулу крови, лимфотока, усилить возможность каждого органа согласно движущей энергии, которая сегодня подается в каждом дне, и, соответственно, чтобы максимально завершить все процессы памяти на уровне тела. Присоединяйтесь, смотрите информацию, смотрите Таня, выходите в эти качественные ресурсы, потому что тело – это наш основной инструмент, это наш храм, и насколько мы будем высвобожденные и подготовленные для завершения, соответственно, настолько мы эффективно дальше выйдем в качественное ресурсное состояние. Ну что, Анжелик, рассказывай, что приготовила? Сегодня у нас тема нашего завтрака – сочные спелые рецепты августа, потому что достаточно такой у нас месяц, завершающий скоро, и завершается лето, и хочется максимальные витамины получить, и у нас сегодня будет представлено и мороженое все равно, потому что есть еще жаркие такие летние денечки последние. И начнем мы с элементарного такого рецепта, который попадается очень эффектно, если мы где-то на застолье, если день рождения у кого-то, то здесь на самом деле вкусное такое сочетание. Хочется у Хамили запросить, насколько оно ресурсно. Свекла с апельсином, с огурцом и болгарским перцем и зеленью. Да, я вас всех приветствую. Да, время витаминов, минералов, насыщение. Иммуномодулятор выстраивается на максимально качественные, скоростные, режимные формы. Димитрий Машкад, насыщая организм, активируя работу по всем показателям. Димитрий Масса Демашкада. И, соответственно, время плодов. Плодов во всем. Плодов для вас, человеческой особи. Димитрий Машкада, получив витамины, минералы, открыв иммуномодулятору активные возможные сонастройки, перестройки, активацию, силу, ресурс, мощь. Дмитрий Маша Жакрабашкада. И плоды в ДНК производстве Дмитрия Машкада, где вы действительно получаете плоды, которые можете вкушать и, соответственно, обретать эту силу. Дмитрий Маса, Дмитрий Машкада. Те плоды, которые представлены, они абсолютно сочетаемые, они каждый несут функциональную работу и в большей степени несут работу по кровоснабжению. Дмитрий Машкад, на сегодня кровоснабжение – это важный ресурсный показатель, и абсолютно каждую программу, каждого ДНК растения вы можете также использовать с водой. Не просто питаться, как сейчас в образце показано, но и в воде,
реализовывать, например, свеклу, Димитра Машкада, либо апельсин, либо огурец, либо просто перец, зелень, Димитра Машкарбата. То есть разные напитки вкушать для того, чтобы эффективно создать себе иммунные, качественные, эффективные работы. Димитра Маша, Димитра Маша, Жукробот. Сочетание достаточно емкое, потому что работает с активным кровоотоком. На сегодня кровоток – это особенная роль у человека, Димитра Маша, Жукробот. Насколько кровь активная по формуле, по движению, по динамике Димитра Машербат, насколько она разжижена, насколько она без токсичной среды, соответственно, насколько вы энергоресурсны в каждом дне. Димитра Машкада, вот спектр системных работ ДНК плодов, которые вам представлены, абсолютно дают эту жизненно-качественную способность и, соответственно, суточную норму, дают возможность качественно существовать. Димитра Машербат, поэтому вы можете даже основное питание заменить этим представленным рецептом Димитра Маса Машкарбата, либо воду абсолютно загружать все ДНК растений, соответственно, питье постоянно выполнять. Это дает абсолютное насыщение Димитра Машербата, это дает определенно структуре крови работать качественно, выводит токсичные среды, заводит поток энергии, активирует работу системы разжижения крови, это очень важно сегодня по показателям Димитра Маша Жукада и, соответственно, создает витамины, минералы для качественного существования. Димитра Маша Жукада, энергия – это все. Когда вы в плодах активируете формы жизнеспособности, то есть не замороженный, чистый Бида Маша Жукурбота, Курбота, продукт снятый только что с растения, он задает самый эффективный качественный энергопараметр. Поэтому постарайтесь на сегодня, у вас во времени абсолютно можно вкушать эти плоды без заморозки, Димитра Маша Жукада в чистом составе, в качественном содержании. Димитра Маша Жукурбота – это самая качественная энергия, которая может поступать от плодов. Димитра Машкада. В плодах собираются абсолютно все аккумулированные энергии из растения. Димитра Машкада – из корней, из стеблей, из растения ДНК, из клеточного уровня. Соответственно, в плодах самое активное содержание Димитра Маша Жукурбота – самая емкая энергетическая работа. Когда вы употребляете плод, соответственно, вы получаете максимально ресурсного результата. Димитра Маса, Димитра Машкада. И сейчас то время, когда плоды насыщенные солнечной энергией, водой, Димишкана, землей, Димитра Маса, Димитра Машкада, когда энергетически ценный продукт сразу с дерева, либо с Димитра Жукода, с кустов, Димитра Маса, Димашкада, это самая неотъемлемая жизненная энергия, которая задает максимально качественные параметры проживать, Димитра Машкада, быть в энергии, быть здоровыми и, соответственно, усиленно, возможно, проработать иммуномодулятор, чтобы в обеспечении года вам было комфортно и хорошо, и здорово. А если мы будем давать ребенку данный продукт питания? Обосын домашний, жуконцы, межикад, абсолютно всем подходит, любому возрасту. Если ребенку просто нашинковываете Димитра Маса, Димитра Маша Жукода, либо с водой активируете работу любого плода для того, чтобы насытить организм. Хотелось бы узнать насчет цитруса. Мы не знаем, где произрастает апельсин. Написано, что Египет, к примеру. А насколько ресурсно ребенку давать? То есть огурцы мы можем как-то повлиять? Если у ребенка изначально чистая флора и нет никаких грибковых, дрожжевых показателей, соответственно, никакого аллергена не будет возникать. Витамин С всегда полезен, Димитра Машкада. Витамин С особенно активирует иммунную систему, и, соответственно, ребенку обязательно нужно давать. Благодарим. А вы имели в виду с водой, то есть можно вот этот состав употреблять как смузи, то есть свекла, апельсин. Дозы Мишакада. Можно смузи, можно просто ломтики в воду, Димитра Машкада, и воду постоянно пить, Димитра Маса Жукада. То есть любой продукт с водой будет абсолютно качественный для того, чтобы иммунную систему повысить и, соответственно, максимально качественную энергию выработать в крови. А здесь с кокосовым соусом сыроедческое спагетти из кабачка. И кабачки здесь гриль. Насколько тоже ресурсно употреблять детям, потому что кокосовое молоко жирное. Димитра Маса Жукурбота, ресурсно детям употреблять, потому что здесь ничего нет такого некачественного в основе. Димитра Маса, Димитра Маша Жукурбота, Димитра Маша Машарбат. Естественно, живой продукт – это самый ресурсный продукт. Если вы кабачки будете сырые применять, это будет еще более эффективно. Димитра Маса, Димитра Маша Жукурбота, кокосовое молоко абсолютно безвредно, полезно и для клеточной мембраны,
грани задает параметры силы, мощи для мышечной формы, для костного модуля, диметры массы домашкада. Абсолютно нет никаких патологических форм систем существования для человеческого разрушения. Диметры массы жукозок, мошек, кургота. И сам кабачок, он дает достаточно активную энергетическую способность. Опять же, все плоды, которые произрастают вообще в принципе в ДНК растения, Дмитрий Машербашербат, это самая активная ценность, которая из растения получается. Поэтому все плоды вам нужно вкушать, активировать. Дмитрий Машербашербат, естественно, максимально применять сырыми, с куста в основе Дмитрий Машербашербат, чтобы наработать максимально качественный показатель. Кабачок Дмитрий Машербашербат, он очень хорошо создает жизненную энергию потока в теле. Дмитрий Машербашербат, он поддерживает клетку, он содержит водный баланс, в благоприятном балансе, гармонии выводит показатели. Димитрий Маши Жакарбата, он активно борется с грибковыми, с дрожжевыми носителями. Димитрий Машкада, убирая патогенные формирования, очень хорошо для кишечной полости работает, хорошо очищает. Димитрий Маши Жакарбата активирует перистальтику кишечнику, что очень важно, потому что кишечник как работает, от этого зависит работающее состояние организма. Димитрий Маши Жакарбата, если кишечник чистый, если флора насыщенная, соответственно и организм будет чистый. И в первую очередь любому человеку нужно понимать, что чего нужно заняться и обменное поле вывести в свои здоровые состояния, это кишечник. Димитрий Маша, Димитрий Маша Када. Поэтому, когда кабачок натертый, когда кабачок используется в рецептах, когда он Димитрий Машкан активно применяется, принимается особенно в осеннее время. Димитрий Машкан, когда созревшие плоды, он достаточно эффективно работает на то, чтобы человеку очистить абсолютно все некачественные формы. Димитрий Машкан – токсичная среда от питания, належи, которые в системе прямой кишки, в толстой кишке имеются, в кишечнике, Димитрий Маши Жакарбашербат, и благоприятно на пищеварительной системе открывают возможные энергетические и физические опыты. Димитрий Маши Жакарбашербат, у кого есть состояние того, что неактивный стул, Димитрий Маши Жакарбашербат, неактивное упражнение, Димитрий Жакарбашербат, застои, запоры, заторы, обязательно применяйте в любом виде этот плод Дмитрий Маши Жакарбашербат в комбинации с кокосовым молоком, Дмитрий Маши Жакарбашербат, любым с ореховым молоком абсолютно качественно работает. Дмитрий Маши Жакарбашербат создает биоматериал, пленку на кишечнике, защитно-функциональную форму. В этой пленке не распределяются, не распространяются, не реализуются бактерии и дрожжи, они не плодятся. Дмитрий Маши Жакарбашербат, это является некой защитно-функциональной оболочкой для того, чтобы перистальтика кишечника работала и для того, чтобы кишечник вовремя очищался. Какого возраста можно кокосовое молоко детям? В зависимости от жирности Димитрий Маши с 3 месяцев можно уже эффективно применять. А является ли оно заменой материнского молока? Димитрий Маши Жакарбашербат, нет, замена не является Димитрий Маши Жакарбашербат, но без патологии работает, и, соответственно, все минералы, витамины и костные модули, ткани усиливают в работе для того, чтобы качественно существовать и ребенку быть в развитии, в активном здоровом развитии. Здесь мороженое немножко растаяло. Здесь у нас в составе пробиотик, сок квашеной капусты. В целом, это мороженое сделано на кокосовом молоке с персиком. И мы сутки настаивали кокосовое молоко, когда оно заферментировалось, мы добавили персик и заморозили. И здесь еще питахайя. Маша Жакарбашербат, сочетаемые абсолютно функциональные продукты, опять же, плоды Димитрия Машербата с растительными молоком любого содержания абсолютно рабочие ягоды, особенно Димитрий Маши Жакарбаши Жукозов Машербата. То есть десерты, вкусовые качества поддерживать можете за счет таких показателей с любым растительным молоком. Димитрий Машербата активировать любые формы системы ягоды, Димитрий Машкада плодов, Димитрий Маши Жукозы. Это будет сладко, вкусно, полезно для содержания глюкозы, для настроения, для эмоций. Димитрий Машкада – это тоже необходимый ресурс, который тоже в каждом дне дает свои формы системы существования, для того, чтобы настроение поддерживать и, соответственно, выводить эмоции в качественное содержание. Димитрий Маши Жакарбашербат, Димитрий Маши Дамашакада. Никаких патологических форм не несет, только дает возможность более легкую пищу познать. Соответственно, Димитрий Маши Жакарбашербат, эффективность в том, что витамины, опять же, минералы. Димитрий Маши Жакарбашербат – это наработка качественного состояния иммунной системы. Димитрий Маши Жакарбашербат. Еще раз повторю о том, что плоды, любые плоды в сезон
собранные Димитрием Ашрипатой, свежие в употреблении, они задают параметры качественного существования. Иммунную систему ничем не вылечить, ее ничем не содержать. Димитрием Ашрипатой ее только можно усиливать, поддерживать вашими функциональными физическими возможностями, вашим питанием правильным. Димитрием Ашрипатой Ашрипатой. Соответственно, сезонные овощи, которые созревают после яркого активного солнца, когда земля насыщенная, когда трава зеленая, когда солнечная энергия работает, вода активная в растении работающая, Димитрием Ашрипатой. Вот тогда плоды насыщены, они тогда выделяют максимально качественный ресурс, и ваша задача именно в эти сезонные времена, август, сентябрь, октябрь, где-то по территории, естественно, поглощать любые плоды, потому что в них концентрирована основная сила и энергия. Димитрием Ашрипатой, Димитрием Ашрипатой. Естественно, это ягоды. Естественно, ягоды содержат определенные показатели, витамины, минералы, в основном витамин С. Димитрием Ашрипатой очень важно для иммунной системы. И самое, что важное, что иммунная система, она абсолютно не лечится. Если она ломается по системной работе, ее невозможно активировать. Поэтому не доводите свои организмы для разрушения. Димитрием Ашрипатой, ваша задача все время поддерживать ресурс, иммуномодулятор и своим питанием, плодами чистой формы ДНК в определенное сезонное время, естественно, постоянно насыщаться. Это вам задаст свои результаты. Димитрием Ашрипатой, сейчас как раз то время, когда эти результаты вы можете познавать, поглощать, применять, соответственно, употреблять. Димитрием Ашрипатой в работе. Все, что выделяет растение для пищи, оно задает параметры для того, чтобы вы были энергоемкие, качественные. И это результат, витамины, минералы, это основа для жизненной способности. Фамилия, подскажите, пожалуйста, если мы поднимаем иммунитет, и нам нужен активный витамин С, то верно ли, что в шиповнике витамина С больше, чем в лимоне? Вот, в шиповнике действительно преобладающая формула витамина С. Димитрием Ашрипатой, черной смородины, активный витамин С. Димитрием Ашрипатой, естественно, в цитрусовых формах системы содержания. Димитрием Ашрипатой, лимон постоянно должен быть в употреблении. Димитрием Ашрипатой, это активная формула системы иммуномодулятора для того, чтобы иммунную систему поддерживать всегда. Поэтому пейте воду с лимоном. Димитрием Ашрипатой, Димитрием Ашрипатой. А пока вкушайте плоды, потому что они самые ценные. То есть во время сезонности, во время конца лета, начала осени, это самые активные ценные продукты. Здесь запрашивают, какой продукт самый универсальный является максимально мощным иммуномодулятором. Абсолютно всем подходит лимон, Ашрипатой, все цитрусовые формы, Димитрием Ашрипатой, черная, красная смородина, Димитрием Ашрипатой, крыжовник, Лихтемитрием Ашрипатой, настой из лаврового листа, то есть если вы лавровый лист, например, запариваете, витамин С активно выделяется и, соответственно, содержит максимально качественную работу. Димитрием Ашрипатой, рябина, Димитрием Ашрипатой, киви, абсолютно верно, Димитрием Ашрипатой, практически в каждом плоде ягоды присутствует витамин С. Благодарим. А замороженная ягода сколько времени сохраняет свою ресурсность? Вы говорили 6 месяцев. Доза индижуконцимады, если сразу заморозить, да, Димитрием Ашрипатой, то есть если в вакуумной системе Димитрием Ашрипатой, чуть больше по хранению может содержать активные формы работы. Благодарим. А у нас есть здесь арбузно-виноградный десерт с агар-агаром. А мы, так как отменили эфир, он 2 дня простоял, с ним ничего не случилось. Его можно замораживать, я здесь часть заморозила. И получается, что мы здесь мякоть арбуза смешали с агар-агаром, можно его даже вот таким образом в арбуз обратно залить, разрезать, и получается, что у нас такой интересный арбуз. Димитрием Ашрипатой. Вообще арбуз сам по себе очень многофункционален. Димитрием Ашрипатой, особенно в ваше время, в перестройке организма, когда вы набираете скорость, когда вы высвобождаете определенно жидкостный состав, некачественные возможности токсичной среды в организме. Димитрием Ашрипатой, арбуз – это та ягода, которая дает возможность освободить некачественную форму существования в организме, в клетке. Димитрием Ашрипатой, токсичную среду вывести, лишнюю жизнь
жидкость. Димитримас, цитимидримас, рбаш, жукода. Хорошо работает замороженный арбуз, если не в сезон, а сейчас самый сезон, соответственно, димитримас, хада, самая активная работа через этот ресурс ДНК. Димитримас, цитимидримас, жукоза, цитимидримас, кана. Что касается системы коллагена, когда в такой комбинации с агаром работает цитимидримас, жукана, система вырабатывает максимально качественный ресурс для коллагеносодержания. Если вы применяете данный рецепт и применяете именно в носителе с агаром, димитримашек работы, арбуз, как системную работу, система дает возможность клетке обновиться. Димитримашкада, клетка приобретает новые показатели жизнеспособные, энергетически емкие работы, соответственно, обновляет формулу. Димитримашербата при формуле системы содержания коллаген более эффективно вырабатывается, то есть это продукт здоровья, красоты и молодости. Димитримаса, димитримаша жикана. Также вы можете, даже если в замороженном виде, например, в этом составе димитримашкан, вы можете также создавать маски для лица, для шеи, для груди. Димитримаш работа, хорбота. 10-15 минут наносить. Также во внутренний сегмент в приеме очень хорош. Димитримаса, димитримаша жикода. И это дает свои качественные показатели. Поэтому, если у вас отечность, если отечность есть, то токсичная среда присутствует. Димитримаса, димитримаша жикорбоша жикода. Этот продукт именно тот, который высвобождает лишнюю жидкость, создает достаточно емкие кровотоки, лимфотоки. Димитримашербат очень емко работает на энергопотенциале клетки. Димитримашербашкад за счет агар-агара система функциональности выводит максимально коллагеносодержание, которое вырабатывается во времени по постоянству. Поэтому Димитр Жукад, этот продукт достаточно ценен. Димитр Масса, Димитр Жукорбош, Жуконцами, Жукорбата. Вообще продукт ДНК арбуз, Димитр Машкана в сезонность очень важный. Поэтому вы можете вообще, в принципе, быть на постоянном питании во время сезонности, в каждом дне употреблять без каких-либо дополнительных форм Бихина Машерпат, потому что это очищающий продукт, высвобождающий токсичную среду, лишнюю воду, димитримаш и жикада, лишние слизеобразные формы, которые в организме накапливаются, и, соответственно, задают параметры тела существовать легко, свободно, здорово, димитримаш и жикорбош ход. И как раз сейчас самый сезон, когда вы можете применять эти качественные формы. Давай детям обязательно димитримаш и карбата, и, соответственно, в сезон максимально высвобождать. А сколько он может храниться? Сегодня третий день ему. Доза Дожуконцы, медали, маши, жуконцы, баши, фарбаши, жаканы, дожукода. Конечно, лучше использовать сразу, но если в заморозке, димиты, машхак, до 7 дней абсолютно норма. Угу. То есть как мороженое, аналог мороженого можно также использовать? Донцы, межи, жуконы, работающая структурная формула, да. То есть по факту это как альгинатная маска получается, потому что альгинатная маска тоже на водоросли. Донки, она сухода, абсолютно верно. Димитр Машерпат очень эффективная и маска, и для строения структуры клетки, и для кожи очень благодатно влияет. Димитр Машерпат работает, это формула системы жизнеспособности. Димитр Маша, Димитр Машерпат. Арбуз также можно создавать слайсы, очень ценный, качественный продукт, содержит тоже очень емкие работы, если в зимнее время. Димишакад, арбуз можно замораживать, Митримашкан свою ценность особо не теряет, Митримашерпат, но сейчас по сезонности, естественно, свежим употреблять. Сколько раз в неделю для того, чтобы активизация коллагена поддерживалась? Донцы, межи, карбаши, фарбаши, жукоды. По сути, 7 дней подряд активировать работу для того, чтобы клетку вывести на активный уровень, соответственно, создать максимальные качественные частоты в работе энергополя. Димитр Машерпат, Харбат. Клетка привыкает к функциональности программы, к ДНК и, соответственно, усиленно работает в режиме. И хочется еще раз проговорить, как на каждом практически прямом эфире, про важность зеленого смузи по утрам, в первой половине дня, это сельдерей, лимон, шпинат, вообще любая зелень. И, собственно, мы можем эфир завершать. В любом ДНК растении, все, что касается травы, димитримашкана, сельдерей, очень мощный антиоксидант, димитримашкана, подготовка иммунной системы к форме системы качества, абсолютно создается на этом уровне рецепта. Димитримаса, димишкан, сюда можно лимонный сок активировать, любой сок димитримашкан цитрусового аромата, яблоко зеленое с ягодами абсолютно сочетаемо. Димитримашкан не выводит брожение,
достаточно активно, функционально работает для того, чтобы поднять уровень иммунной системы. Димитр Масса, Димишер Башакад. Естественно, ферментация выполняется, естественно, клеточный уровень выходит на новые показатели. Димитр Маша Карбашкада. Среды дрожжевые, грибковые не присутствуют в системе, когда такое употребление применяемое организму постоянно. Бактерии просто не выживают, и, соответственно, система становится чистая. Димитр Машхарбат, естественно, чистая система, она дает энергию. Димитр Машхарбат, он человек очень ресурсно себя чувствует при этом напитке. Димитр Машхарбат, много энергии, много высвобождений программ производится на этом энергоресурсном содержании состояния. И, соответственно, если у вас, например, недостаток энергии на сегодня, однозначно напиток ваш. Димитр Машхарбат Шакада. И мало того, что он выполняет многофункциональные задачи, еще и дает возможность энергии быть вдвойне, втройне, в усиленном режиме прорабатываться. Димитр Машхарбат. Отсюда проявляется сила, мощь, отсюда выходят потенциальные токсины. Димитр Машхарбат не дают усваиваться жизнеспособности токсичной среде в организме. Димитр Машхарбат и хорошо работают с кровью, питая ее. У нас здесь соседи просто немножко ремонт. Вопрос от аудитории. Если набирается мало калорий за день, излишняя худоба, что делать? Потому что смузи не калорийные. Алида Жукова, Концемидры, Маша Жакарбата. Вы понимаете для себя, что любой продукт ценен. Здесь нужно индивидуально рассматривать, почему худоба. И почему вы рассматриваете худобу как явление, Димитрий Маша Машкар, тело абсолютно все знает, как ему быть функциональным и в каком весе вести вашу роль. Я вам рекомендую больше растительного молока пить, если активна излишняя худоба. Димитрий Шклада, больше ореховых показателей, рецепты связаны с орехами. Димитрий Маша, Димитрий Жукур, больше жуконца, Димитрий Маша Жукана Кармана. И здесь инжир очень хорошо, здесь финик очень хорошо работает для того, чтобы не испытывать такие результаты. Димитр Машхарбат производит насыщение, и, соответственно, мышцы растут при этих показателях. Димитр Масса, Димитр Масса, это же грубо больше жукона, Димитр Масса Хада. Вообще нужно понимать, что тело абсолютно функциональное, если оно в таком режимном состоянии, соответственно, в этом есть какая-то задача. Димитр Масса жукона, поэтому здесь по худобе нужно индивидуально рассматривать формул существования. Еще, дорогая Ирина с фамилией, на прошлой практике нам был выдан рецепт алоэ вера, и поступили вопросы, а можно ли вместо алоэ вера растение столетник использовать? Алида Жукон, Семидромады. Нет, это разные показатели, Димитр Жукор, больше Жукоды, поэтому алоэ вера, он более функциональный по сонастройке, он более легкий по сонастройке, по ДНК-формуле, и многофункциональный, поэтому его. Можно ли детям с 3 лет алоэ вера? Тоже конечно, абсолютно да, только разбавляйте водой 1:1. А с какого возраста можно? Вот как только запускается кишечник на функциональное основное питание, уже можете применять. Благодарю. Прям очень ценная информация, потому что очень многие спрашивали. И еще вопрос поступил. Здесь у нас от аудитории. Если при диабете финик нельзя, то что можно? Алида Жукон, Концемидр, Маша Жукон, Концемидр, Маша Хад. Замените инжиром, очень хороший показатель, стабилизирует состояние. Димитр Маша, Димитр Моша Жукозак, Димитр Маша Рапатов. В инжире есть определенные сегменты, Димитр Моша Жукорбот, которые сахаросодержатель держит в норме. Поэтому Димитр Маша Харбат. Инжир сейчас сезонный продукт, очень емкий, очень активен, насыщенный витаминами и минералами. Соответственно, он очень хорошо дает возможность повысить свои показатели. Перед эфиром нам поступил вопрос, если огромное количество витаминов и минералов потерялось, как его восполнить, с чего начать? Сейчас как раз обменное поле сезона, когда вы все плоды можете вкушать, абсолютно все, которые выработаны на солнечной энергии, на воде, на земле. Димитр Маша Жакарбат, Жакарбат. И от того, как вы сейчас проживаете время, как вы насыщаете себя, настолько иммунная система ваша возрастает в показателях. Поэтому сейчас вот все, что растет, Димитр Маша Карбата, вкушайте, потому что в плодах своя ценность, особая ценность, самая аккумулированная, содержащая работа именно в каждом плоде ДНК растения.
А также хочется сказать, что, ну, насчет того, что Ирина с Хамилей нам проговорили, да, что у нас сейчас будет программа очищения, выход в голод. И даже если у вас, вы думаете, что излишняя худоба, то в любом случае нужно очистить свой организм. Не переживайте. Да, однозначно, да, Димитрий Мошерупоза, Дмитрий Машарбата, потому как худоба может быть по разным показателям. Могут быть какие-то грибки, дрожжи, гельминтозы, Димитрий Машхада, эмоциональная составляющая, токсичная. Димитрий Маса ЖКД. Здесь нужно индивидуально рассматривать, конечно, ваши показатели, но при этом чистка никому не будет во вред. Дмитрий Маша Жакарбаша ЖКД. Почистить организм обязательно нужно и важно каждому. Раз в неделю голодать обязательно нужно для переиндексации клетки, для того, чтобы обменные поля были качественно ресурсные, благодатные по формированию. Димитрий Маса, Дмитрий Маша ЖКД. И, соответственно, ресурсное тело будет обретать в постоянной форме. Димитрий Жакарбаша, новые возможности, это ваша энергия. Димитрий Маса, Димитрий Машербат. Почему именно перед 09.09, ну, я вам рекомендую поголодать, Дмитрий Машакан, потому что очень большие циклические формы системы перестроек, обновления производятся. И здесь тело должно быть максимально качественно подготовлено, соответственно, вывести, завершить среды накопления годами. Димитрий Машхада, это непростые формы функциональности, и, соответственно, через тело вы также можете помочь, потому как Дмитрий Машхан такого времени уже не будет. Дмитрий Маша Жакарбаты. И как раз перед 9-м числом Дмитрий Маша Жакарбаты идет активная подготовка для завершения, до обнуления, и в том числе на клеточной памяти обнулить, завершить за счет голода показатели, это будет самым эффективным способом. Так что, дорогая аудитория, если чувствуете в себе отклик, присоединяйтесь. Также хочу еще сказать о том, что у нас меню месяца будет 1 сентября, и там как раз-таки очень огромное количество зелени и сельдерея для того, чтобы хорошо чистить сосуды, сосудистую клетку. Там очень много соков свежевыжатых и очень много салатов, которые очень являются пробиотические, где-то высокобелковые, наоборот, чтобы мышечную массу как-то активизировать. Лида Жуконцы, Мидали Маши Жакармаши Жакада. Главная задача сейчас работать, естественно, с очищением организма. Димитрий Маши Жакарбата. Главная задача сейчас повышать иммуномодулятор согласно сезонности. Димитрий Маши Жакарбата. Главная задача – разжижать кровь, убирать токсичные среды. Димитра Маса, Димитра Маша Када. Поэтому все рецептуры, которые будут выведены в ближайшее время, Димитра Маша Башербат, они настроены на главные задачности для того, чтобы Димитра Машкода эффективно вам дальше двигаться в этом движении, в этом пути, в этих сонастройках, потому что на сегодня приходит у вас в земных программах новая оформленность, новые возможности, тем жизнеспособности. Соответственно, аватар должен справляться. Димитрий Маша Жакарбаты должен быть энергоемким, должен быть способным переработать информацию, которая в скорости подается, и, соответственно, проявлять и создавать действия. Димитрий Маша, Димитрий Маша Жукозы, Дмитрий Маша Рапата. И сейчас как раз самое время, когда вы можете повысить качество своего аватара либо через очищение, либо через иммунную систему, либо просто через воду очистить организм. Это абсолютно вам доступно. Дмитрий Маша Жакарбаши Жукоды. Не забываем, что раз в неделю обязательно это нужно в постоянной форме очищать, высвобождать, обновлять. Дмитрий Маша Жукоды приносит ресурс качественной возможности. Мало того, что все, что вы сейчас выводите на полях состояния питания, как вы приучаете организм, бихина масса это машкада, от этого зависит обновление клетки. Клеточная мембрана до 2028 года, она выходит в ресурсы обновления, в показатели новой качественной формы. Насколько вы обновите, очистите, активируете свои клеточные мембраны, настолько вы будете молоды, красивы, цельны и здоровы. Димитрий Маса, Димитрий Маша Жакарбаты. Поэтому приучайте свою клетку быть чистой. А Димитрий Маша Жакарбаты, освобождайте лишнюю жидкость. Димитрий Маша Жакарбаты, выводите токсичную среду, очищайте кровь. Димитрий масса демешкады. Конечно, голодание это основной показатель переиндексации. То есть клетка за счет аккумулированной энергии переиндексирует все программы, убирает токсичные среды. Это основные формы системы существования. Димитр масса, Димитр масса, Димитр Жукрумоши Жукоды. И обязательно голод должен быть на воде. Димитали Маса, Димиша Крамаша Жакарбота. И после голода насыщение плодами в сезонность, это будет очень эффективной работой для вашей способности. Димитри Маса, Димитри Маша Жукозак, Матра Маша Рбат. Сейчас ваша задача поглощать абсолютно все плоды, которые выявляются на солнечной энергии, на земных программах. Они абсолютно все качественные, тем более с куста. Димитри Маша Жакарбаты. Иммунная система как раз закладывается всегда по сезонности. Это август, сентябрь, октябрь. Димитри Маша Жакарбота.
фитофармат и как вы насыщаете свой организм, настолько вы будете обеспечены в течение года. Димитримаса Харбашкада, естественно, без консервантов. Естественно, вымачиваете продукты плодов перед тем, как употреблять Димитримаса Харбашкада. То есть в воде настаиваете хотя бы 1-3 минуты. Димитримаса Харбашкада через воду насыщается энергетическая ценность продукта плода и, соответственно, также более усваивается в организме. Димитримаса Харбашкада. Еще один момент, когда вы, например, плоды употребляете, вообще любую пищу обязательно пейте воду за 15-20 минут Димитримаса Харбашкада, но ни в коем случае не запивайте при употреблении. Димитримаса Харбашкада. Это даст клетке более эффективно отработать и модернизировать свои формы системы существования. То есть важная задача – это насытить клетку. Когда вы запускаете воду в организм перед питанием, сначала очищаются клетки, затем она все питательные вещества принимает. Через 15-20 минут биты жукода вводите любые плоды. Дом диемиты жукормосанты жукоды. Переходите уже на одноразовое питание в сутки. Человек уже способен абсолютно так существовать. Минимум затрат, больше энергии. Димитримаса Харбашкада. Вы, наверное, заметили, что по объему пищи у вас меньше объем присутствия в питании. Димитримаса Харбашкада, потому что энергия и поля системы человеческой формы уже перестроены, Димитримаса Харбашкада, поэтому объем пищи стал меньше, потребность в состоянии питания становится меньше по частоте, Димитримаса Харбашкада, это говорит о том, что вы питаетесь больше за счет энергии земли, воды, солнца, Димитримаса Харбашкада, и, соответственно, процесс в питании, естественно, сокращает свои формы системы существования, и это, опять же, системная работа программы, Димитримаса Харбашкада, то есть, если вы 3-4 раза вкушали, еще и с перекусом, и вам еще было мало, то на сегодня новые организмы в новой вибрации Димитримаса Харбашкада абсолютно при разовом питании, при меньшем объеме абсолютно насыщаются, дополняют все необходимые ресурсы и, соответственно, выводят качественное существование. Поэтому люди на сегодня Димитримаса Харбашкада, согласно времени, они, наоборот, становятся моложе. Димитримаса Харбашкада по внешнему носителю, по внутреннему составу, по эмоциональному состоянию, потому что вы приобретаете новый уровень жизнеспособности, когда система питания не приоритетная возможность системы существования аватара, а энергетическая ценность – это основное содержание. Димитримаса Харбашкада. И энергетическая ценность только берется от продуктов цельных, Димитримаса Харбашкада, живых продуктов, Димитримаса Харбашкада. И на сегодня в информационных полях это очень емко работает. Вы понимаете для себя, Димитримаса Харбашкада, что все, что живое, это самое ресурсное, это менее затратное, Димитримаса Харбашкада максимально энергоемкая. Димитримаса Харбашкада. Чтобы вы рассчитывали матрицу Димитримаса Харбашкада, какие продукты принять по вашей вибрации, такие высоковибрационные, по объему тоже так же. Димитримаса Харбашкада. Зафиксируйте код временной эволюционной питания Димитримаса Харбашкада, который дает возможность в определенной вашей частоте при этих цифровых показателях определять сознание, определять физической реализации возможностей. И при этой частоте, естественно, будут приходить те продукты, которые вам снабдят этот уровень системы жизненной обеспеченности, разовое питание, максимум возможность витаминов, минералов, качественного состояния, и матрица третьих кодов будет собирать события, к которому вы будете приходить. Временной код Димитримаса Харбашкада 242, Димитримаса Харбашкада 333, Димитримаса Харбашкада 985. Рихмитримаса Харбашкада коды. Код на активную работу матричных программ качественного питания Димитримаса Харбашкада, чтобы ваше сознание видело на прилавках в магазине, в события организовывала, слышала, ощущала, чувствовала Димитримаса Харбашкада, то есть максимальную частоту собирала для своих особенных форм, то есть питание – это основа. Димитримаса Харбашкада – минимум затрат, максимум энергии. Димитримаса Харбашкада 225, Димитримаса Харбашкада 575, Димитримаса Харбашкада 578. Димитримаса Харбашкада, фамилия, имя, отчество, дата. 3. Димитримаса Харбашкада. 1, 4, 7 цифра кода 225. Димитримаса Харбашкада. 1, 4, 7 цифра временной базы. Димитримаса Харбашкада. Этот код фиксируйте в монаду. Соответственно, ваша система начнет привлекать на эти цифры максимальные частоты, максимально энергопродуктов для физической реализации, для физической емкой работы. Димитримаса Харбашкада. Код называется максимально ресурсного существования в питании Димитримаса Харбашкада, где в матрице система
даст возможность обеспечить эту работу. Димитри Масса, Димитри Машкада. Также дам код на воду. Димитри Масса, Димитри Шикада, который вы сможете плоды обеспечить в максимально качественном результате. То есть ценность продукта сохранить, активировать, когда вы в воде еще омываете, либо содержите. Продукт становится более качественным именно в состоянии системной работы с водой. Димитри Маша Жакрабата. Вы в любом случае моете. Димитри Маша Жакрабата. И вода, когда участвует с плодом, с ДНК растением, естественно, она модернизирует форму системы существования и в теле естественным образом работает, потому что вы состоите сами из воды. Димитри Масса, Димитри Машракад. Вот вода, которая омывает кодовой системной водой, Димитри Машракад, это улучшит состояние качества энергоресурсной подачи продукта, продукта питания, плодов, жизненной силы. Димитри Масса, Димитри Машракада, 288, Димитри Машракада, 385, Димитри Масса, Димитри Машракада, 587. Кодовый показатель, если вы будете настаивать эту воду, Димитри Машракада, в этой воде, естественно, обрабатывать продукт, виды Маши Жакрабата, и это с вашими организмами, ваш организм состоит из воды, будет максимально качественно быть участником для того, чтобы максимально принять витамины, минералы, снабдить себя ресурсными формами и, соответственно, нести максимально качественное содержание ДНК в своих организмах. Димитри Маша Када, вам желаю здорового состояния во всем, Димитри Маша Жакрабата, насыщайтесь сейчас плодами максимально. Димитри Маса Димишкана, каждый плод системы ДНК несет свою функциональность, и коль он вам попадается в ваше обозрение, в ваше состояние питания, Димитри Жакрабата, обязательно несет свою функциональную форму. Просто вы ничего пока не знаете о растении, мы будем это изучать, Димитри Маша Жакрабата. Но помним о том, что плоды – это самая насыщенная, активная формула работы каждого растения ДНК. То есть это все комбинированные, сконцентрированные энергосостояния растений, начиная от корня, заканчивая завершением плодов. Димитри Маша Жакрабата, потому что когда плод созревает, Димитри Маша Жакрабата, земля участвует, вода участвует, солнечная энергия, корень активирует максимальную мощь силы, чтобы произвести плод, Димитри Маша Жакрабата, это энергетическая ценная работа состояния энергоносителя, то есть системы растения, плода. Димитри Маша Карбат, и вы эту силу применяете к себе, потому что это максимальный ресурс состояния ДНК растений, и, соответственно, это ресурс энергетически ваш, это плодоношение ваше по иммуномодулятору, по состоянию, по энергии, по физической целостности, по, естественно, здоровью Димитри Маши Жакрабата. Поэтому вкушайте во время, сейчас это самое ценное время и самые ценные плоды. Димитри Маши Жакрабата, а то для того, чтобы во времени обеспечить эту ценную работу, соответственно, вам нужно заморозить продукт Димитри Маса, Димитри Маши Жакрабата. Как раз я вам дала воду, с помощью которой обрабатывать, с помощью которой вы сможете реализовать любой продукт на максимальную ценность и, соответственно, применить. Анжелик, спасибо тебе большое за рецепты. Всем ресурсного качественного питания, максимальной чистоты в клеточной мембране и, соответственно, максимального ресурса от питания. Всем отличного, бодрого, ресурсного дня и, естественно, хорошего настроения. Все-таки от того, что мы кушаем, зависит наше настроение. Поэтому, естественно, всем энергоемкой пищи для того, чтобы быть в эмоциональном, качественном настроении и в качественном, чистом слове в работе матрицы. Всем отличного дня. Спасибо.